Молодец. Аккуратно. 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 Еще кладем. Аккуратно. Так, ну-ка давай посмотрим, сколько есть. Так, ну давай еще одну. И сюда одну разобьем. Друзья, всех приветствую. Приветствую, всем здравствуйте. У нас утро. Сегодня 11-е. 11-е сегодня марта. Сегодня масленица. Всех с масленицей. Мы сейчас тоже замешиваем тесто. Матвейка уже помогает. Давай, давай, мама воды нальет. И поставим варить яйца. Варить будем, да? Будем варить. Ох, наварим мы яиц. Яйца поставим варить. Смотри, тут. Ну что? Смотри, что тут получилось. Смотри, смотри. Так. Замечательно получилось. Так, сейчас добавим молока. Замешаем тесто и настряпаем блинов. Да? Блиночков настряпаем. Да, потом водички добавим. Много блинов нам нажарить. Будем блинчики печи. Все. Давай, хорошенечко мешай. Мешай, 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 мешай. У нас сегодня тут жидкое получается. Тесто будет как на оладушке. Ну, ты в кастрюльку складывала яйца? Твои яйца варятся. Видишь, там уже муки. Муки много мама сделала. Матвейка сейчас замешивает тесто. Давай замешивай, мешай, мешай, мешай. Мешай, 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 мешай. А ты будешь яйца чистить? Вместе давайте делайте. Вместе. Держи. Держи давай тоже вместе с братиком. Помогай ему скорее. Ну-ка, давай делаем тесто. Быстро, быстро мешайте, мешайте вместе. Вот, вместе мешайте. Вот перемешивайте хорошо. Замешивайте да, тесто. Да, покажу. Вот. Вместе надо. Молодцы, молодцы. Вот так. Не, потихоньку я не хотела просто. Не-не-не, потихоньку надо. Сильно не взбалтывай. Перемешивай хорошо. Не балуйся, так не надо делать. Зачем ты так делаешь? Киска. Киска, да. Киска отдыхает. Гостей намывает. Киска отдыхает, гостей намывает. Так, ну что? Так, масло. Подожди. Масло добавим. Маслице добавим. Ну, неплохо получилось. Без комочков. Замечательно. Матвейке, спасибо. Он помогает маме всегда. Так, первый блин. Первый блин. Не комом. Отдают его знакомым. Угощают, в общем, первым блинчиком кого-то. Его не съедают. Да, яйца уже кипят. Мы этот блинчик кошке отдадим. Зачем? Ну, потому что первый блин не съедают. Отдают его кому-то. Вот. Мы его сейчас так вот постудим. И кошечке-то отдадим. Ну что, он неплохой получается. Какой? Да. Такой вот. Какой? Да. Ну, вкусный должен. Блин, закрывать. Не горячий почти. Не горячий. Давай, бери его, отрывай, да кошку корми. Кошечка, да. Скажи, на тебе блиночек. Она вот сидит, ждет. Кошка. Да. Еве, дай. Беги, Ева, тоже оторви. Вон она бежит уже. Угу. Беги, отрывай блиночек. Ева, и тебе я дам сейчас. Кошечке дадим, да, потому что
Не пойдем же никуда никого угощать. Куда мы пойдем? Да. С вами, да? Чучелами. Давай кошечки, пусть кушает кошечка. Ой, скажи, кушай блинчик. Потому что первым блиночком угощают. Поминают усопших. Рановато, что ли? Подержу я кошку. Так, сейчас мама вам сделает блиночки. Блиночки. Да. Так, а что? Ну что раскашлялся? Раскашлялся. Смотри, это в крысах. Балуйтесь. Аккуратно. А зайчики там тут на штанах, а то крыса на футболке. Ай, какие сладкие блиночки будут. Так. Давайте я так вот вам заверну. Посвежим. Вкусные блиночки. Вкусные блиночки для сына и для дочки. Блиночки. Да. Блиночки. А мама не будет. Давайте мама, вот так вот. Мама, ты не можешь блины? Я буду, когда нажарю их. Мне два надо. Сейчас подостынет. Сейчас я отправлю этот блин жариться на сковородочке. И еще вам сделаю. Молочки. Вкусно. Будет вкусненько. Ой, так. О, как там на улице не холодно, хоть только приедет. Холодно сегодня на улице, холодно. Папа с утра сказал 15 градусов минусом. Минус 15. Да. Колеска, 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 колеска. Так, ну что это, что там ложится? Так, ну что, кушаете вы? Угу. Давайте я вам еще по половинке дам. Угу. Приятного аппетита. Спасибо. Не стал Матвейка кушать сомечкой. У него с творогом и со сметанкой. Потом почистишь, коки сварились. Все, кушайте давайте. Вкусно? Угу. На полотенышко. Не надо на себя мазать. Давай. Держи. Все, кушайте давайте. Вкусно. Мама сейчас нажарит блинчиков. День ничего там. Нет. С крыши капает. С утра было минус 15. Угу. Чистишь кока? Давай. Ты наелась? Ага. Ага. Так вот сок у вас. Сок. Ты сделай и открой, ладно? Сёку? Да, чисти давай. Яйца. Мама тут крутит блиночки с творожком. Немного получится с творожком. Даня у нас не любит с начинкой блины. Он обычно любит с вишневым вареньем, либо со сгущенкой. Папа. Просто обычные блины. А папа любит разные у нас всякие. Не хотел то блины, а он со сгущенкой походу. Папка. Папа на работе сегодня, художнички. Уточка. Уточка. Что вы рисуете? Уточка. Мама стирка отстирала сейчас. Голка. Белье надо развесить. Голка. Давайте рисуйте. Ко-ко-ко. Скоро у нас придет, надо посмотреть, зайти, кстати, я заказывала сказку «Курочка Ряба», кукольный театр уже говорила, вот, пи-пи-пи, да, мама, тут стирка, сейчас вам надо развесить, стирочку-то надо развесить. Это Матвеечки, ладно.
Давайте не спорьте, играйте хорошо, ладно? Мама сейчас развесит. Все. Белье развешивать, стирать, перестирывать. Все. Играют вроде. Вроде бы играют. Лишь бы не пакостили. Так, где начало, где конец? Мне сегодня надо навести порядки везде. Поубирать. Поубирать, поприбирать. В общем, здесь поменять постель, свежую постельку постелить. Мы, девочки, ждем гостя. Гости ждем. Так что, ой, сегодня стирки опять море будет. Только успевай, как говорится, стирай да развешивай. Так. Тоже убрать вот алфавит. Сейчас унесу ей, пусть поиграет. Она любит алфавитом играть. Давай скорее вот садись. Будешь алфавит изучать. Да? Папа. Будешь? Папа. С папой любишь это делать, да? Давай буковки. Я надеюсь, что они все буковки наши. Давай, завлекайся. Мама сейчас убрала все. Белье постельное. Стирку. Кула. Кто? Кула. Ну-ка, давай ищи. Вот. Акула. Ну так и скажи. Скажи, акула. Пи-пи-пика. Скажи, акула. Пи-пи-пика. Это кто? Пи-пи-пика. Мышь. Угу. Ну тут так интересно, твердый знак. Да. Мышь. А это? Пуга. Кто? Пуга. Попугай. Вот. Улитка. Кто? Улитку. Улитка, скажи. Скажи, улитка. Или да, улитка, правильно. Вот она, улитка. Ну, а что ты рисовать-то не пошел? Кто? Солёнёч. Не поняла. Ну, скажи еще раз. Солёнёч. Носорог. Ёжик. Ну-ка, скажи носорог. Ёжик. Ёжик, правильно. Носорог скажи. Скажи носорог. Ну, скажи словами. Солёнёч. Солёнёк, ты мой солёнёк. Давай, носорог. Гусь. Где гусь? Гусь. Только это ж не гусь, это эму. Эму. Это... Эму. Ну, она, видишь, рассказывает. Беги, рисуй, чтобы вы вместе не играли. Потому что вы начинаете ссориться. Ты рисуешь, она буквы составляет. Возьми, беги новую раскраску. Гамбомба. Кто это? Кто это будет? Ну, покажи, картинка где? Так это звезда. Звезда. Скажи, звезда. Шка. Здесь у нас кто? Шка. Так, это... Шка. Это черепаха. Пи-пи-пи. Букву-то ты сейчас ставишь, так это буква Ч. Ч. Черепаха. Баба. Где баба? Где она? Вот она! Ой, какая баба! Переверни. Это буква Б. Б. Бабочка. Иди неси раскраску новую свою. Давай, бабочка. Будешь рисовать. Ну, что рисовать? Карандаши бабочка. Неси. Какие карандаши? А что, у тебя карандашей нету? Я вот вам купила карандаши. Бабочка. Да. Ага, сразу буквы захотел. Бать. Вы потом бабочка. Ссоритесь. Бабочка, да, бабочка. А это сейчас... Кого ты ищешь? Рыбку. Рыбка, да. Рыбка. Молодец. Это кто у нас будет? Кто это? Ну, скажи. Лобан. Кто? Жираф. Скажи, жираф. Доча. Ева, переверни. Все правильно? Скажи, жираф. Жираф. Слон. Кто? Слон. Слон. Давай, ищи, где он у тебя. Вот он. Вот он, правильно.
А это кто? Уха. Кто это? Кто это такие? Мухи. Мухи? Это не мухи, это осы. Осы. Как они жужжат? Они злые и страшные. У нас на грядке вон жили осы. Мишка, да. Дикие осы. И Матвейку вот такой маленький был, как его укусили. Пошли огурцы собирать. Он сорвал огурчика, его как жмякнули. Ох, слез-то было реву. Все. Потом мы этих ос выводили. Котяра? Котяра. Давай, делай. Мишка! Молодец. Кто это у тебя? Это лямур. 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 Правильно. Без помощников никак. Мама распикировала перцы. На, держи. Потихонечку, держи двумя ручками. По чуть-чуть. Ой-ой-ой, страсти-мордасти. Тоже надо. Давай. Нет-нет-нет, надо вот так. Давай вместе. Вот так, по чуть-чуть мы будем с тобой. Вместе, вместе, смотри. Вон, Матвейка. Тоже. И тебе тоже надо, да? Угу. Поливай, Матвей, везде. Вот помощники какие. Ну, все, иди сходи в ванную, набери еще. Здесь тут вот перчинка осталась. Вот так вот. Вот нет, чтобы заняться своими делами, да? Только мама чем-то начинает на кухне заниматься. Даня пришел, они сразу тут крутятся, радуются. Да, радостно? Ага. Ага. Постоянно девочки пишут мне про хвостики и про прически у Евы. Ребенок маленький, и она целый день не ходит с хвостиком. Вот сделаешь порой хвостик, причешешь ребенка, она причесанная. Сейчас можно сказать, ну, взъерошена. Ребенок маленький. Неужели у вас маленьких девочек не было? Не было. Ну, может, и не было, потому что не может ребенок целый день ходить. Мы причешемся, сделаем резиночки. Она тут же эти резинки убирает, волосы разлохматила, все. И специально для камеры... Наводить порядки на голове, да? Ой, причесываться, одеваться. Мы этого не делаем. Мы делаем как в жизни, девочки. Вот. Вот у нас есть вот так в жизни, да? Мама здесь занимается. И они вот так же бегут и радуются. Все. Все, сейчас я доделаю. О! Все! Радостный ребенок. Все! Любимые мои. Все! Пусто все. Сейчас мама земельки подсыпет. Все! Еще надо? Нет, больше не надо, достаточно. Да. Без вас можно как-то? Можно мне без вас? Нельзя. Давайте. Мама хотела быстренько-быстренько сама все сделать. Все, ей тесто надо, притащилось. Да? Давай. Все, сейчас завяжу фартуки. Все, будем пироги жарить. Будете помогать, что ли? Катать. Катать сама будешь? Угу. Нельзя. Сейчас мама приготовит вам такие вот. Силенькие. Давай, тебе вот поменьше. Тебе. Все, раскатывайте. Будем жарить пирожки. Пирогу. Смотри, как братик делает. Сильнее. Сильнее нужно раскатывать. Очень сильно надо катать. О, Матвей, молодец. Ты разверни. Все, делайте, давайте. Молодцы. Окей, давай вот так немножко тебе тут. Вот. Все. Делай. Так, вот, смотри. Оп, и сильно раскатывай. И уделай так же. Давай. Вот, катай. Сильно давай катай. Вот какие у нас пироги будут. Пирожочки, пирожки. Папа тесто покупал. А купил его очень много. Часть теста убрали в морозилку. А часть теста мы вчера оставили. Вот! На сегодня.
Ой, подождите, вы маленько, вы торопитесь. Я вас не звала, говорила, занимайтесь игрой. Прибежали, фартуки надо, все надо. Вот. А маме еще начинку надо сделать. Я хочу еще за грибочки. Грибочки. Надо вот так ручкой прикрывать. Надо катать. Вот. Сейчас я луковку порежу. Грибочки порежу. Ты откладывай в сторонку пока. Я сейчас начинку сделаю и будем. Вот сюда выходи. И все эти катать уже. Вот так. Папа, у нас лепешки любишь? Лепешечки. Сказал, много лепешек? Давай, молодец, молодец. Ой, молодец какая. Мама. Угу. Мама лук режет. Сейчас как заревете, вот зря пришли не вовремя. Прибежали. Занимались игрушками. Нет, чтоб играть. Нет, надо к маме прибежать, да? Что ты? Плачешь? Плачешь уже? Давай, не плачь. Ну вот, перец распикировали. Перец пикирую, им надо поливать. Че, ревешь уже? Все? Класски-то. Ну, вот, играли бы игрушками, не ревели бы тут, не сидели. Все, молодец. Давай, катай. Давай, катай. Все. Так, лучок вот нарезали. Маленечко. Половинку сделаем, наверное. Угу. Сейчас грибочки нарежем. Грибочки. Хотела яйца сделать с луком. Там осталось два вареных. Ладно. Два вареных яйца. Хотя можно сварить. Ну вот что ты делаешь? Вы видите, вы только баловаться. Вот 5-10 минут и все. Пойдут заниматься своими делами. Так что пусть уж спокойно вот так посидят, полепят. А дальше мама сама уже занимается. Нет. А что? Ты начинку хочешь? Я, говорит, начинку буду тебе накладывать. Вот. Ты будешь? Ты. Ну вот, я буду. Я буду? Матвей. Ты будешь? Матвей. Матвей будет. Ева. Ева будет? Матвей. Подождите маленько, я еще начинку не сделала. Сейчас синявочки порежем. Они у нас не сильно соленые, такие замечательные. Вот мелконько сейчас порежем. Будут с помощниками-то здесь мы сейчас как быстро сделаем, да? Моментально. Волосики прибрали. Только прибрали, уже резинку хочет. Хотела убрать. Я говорю, нет. Будешь здесь заниматься с мамой, помогать. Надо волосы прибирать обязательно. Так вот сидим пока в резинке. Ну, так вот. Мама! Мама стряпала. А кто помогал? Ея. Помощница моя была. Матвей. Бегите, кушайте, садитесь кашу, Матвей. Матвей Александрович, кушайте кашу. Так, ты ложку вроде взяла, кушала аккуратно. Все, у нас уже нету вон никакой прически. Мама, я не буду. Почему не будешь? Все, кушай давай сама. Вот, давайте, приятного аппетита. Все. Да не торопись ты, куда ты, господи. Полную. Вкусно хоть тебе? Что скажешь? Не торопись, понемножку. Ты только что кушала аккуратно. Вот так вот. Понемножечку нужно. Понемножку. Накушаешься и будешь сытая, да? Горка. А, нет. А, ну дома на горке, да. Нет, давай, давай кушать. Тут вот мяско, давай. Давай скорее. Вот как вкусно. Ну-ка давай скорее открывай ротик. Ближе садись к маме. Ну-ка давай сама ложечку держи. А то маме несподручно. Да, вот молодец. Вот так. Матвей, садись, покушай немножко хотя бы. Кашляю. Ну и что, что кашляешь? Ева тоже кашляет, но она кушает. Смотри, вкусно? Давай скорее кушай. Как вкусно. Давай. Пирог бери. У тебя вот ложечка лежит. Все, давай. Давай. Вот так вот ее надо ложить. Вышли мы.
в ограду. В ограду вышли делами заниматься. А, вот, смотрите, какая гора у нас снега. Че, иди спускай его. Я говорю, у нас там новая гофра есть. А, да ты че? Ну вот, что-то есть. Саша одел куртку рабочую, чтобы потом выбросить. Будет заниматься там делами. Вот. Закарабкался. Давай, 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 слазь. Пойдем давай туда, в ограду. Саша вывозил снег из ограды нынче. Ох, какие горы снега. Ты полетишь нас разобьешь. Как интересно-то ползать. Давай иди сюда. Какое небо. Даня уже тоже с тренировки пришел. Так, домой сейчас зайдешь тогда. Даня, пришел, давай, иди домой, все, мы будем дела делать сейчас. Убирать надо там все. В порядке, я в предбаннике навожу порядки. Саша свои дела делает. Какое небо красивое. Вот какое. Давай, пакостник. Здравствуйте. Давай, шагай. Шагай давай. Маши всем рукой пока-пока. Нет, все, в ограду пойдем. Маши всем ручкой пока-пока. Мы гулять будем в ограде. Пойдем, не облизывай давай. Все. Будем заниматься делами, девочки. Видео закончу на этом. Всем скажу огромное спасибо, что с нами. Смотрите нас, пишите свои комментарии. Огромное спасибо и всем до скорых встреч. Всем пока-пока. Пойдем давай дела делать. Пойдем посмотрим. Пошли смотреть будем, да.